поздравляю всех с 2016 годом и призываю вас, никогда не бойтесь играть. Играйте в жизни, причем играйте не в ситуации, а просто играйте внутри себя какую-либо роль, и это вам поможет. Потому что сейчас именно в Новый год, на святки, очень хорошее время, когда можно поиграть. И это вам дает возможность примерить на себя другой образ. Совершенно не зря еще в старые времена люди переодевались, ходили ряженые. И этот момент очень сильно изнутри расковывает вас. Более того, взрослые люди очень часто накапливают стресс из-за того, что они не могут свои эмоции свободно высказывать, показывать. И именно в новогодние праздники такая возможность у вас есть. Переодевайтесь, меняйте шапочки, не бойтесь выглядеть иногда смешно и даже глупо. Пусть это будет нелепо, но вас оправдывает ваш образ. Это уже не вы, это уже тот образ, в который вы перевоплотились. Поэтому перевоплощайтесь. Учитесь преображаться и таким образом избавляться от всяческих стрессов. Дайте эмоциям свободно выйти в любом другом образе. Счастья вам, удачи, всего самого лучшего. Не бойтесь играть. С вами была Елена Литвиненко.